В Славянске на Кубани завершилось краевое первенство по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. В копилке славянской команды 3 медали. Подробности в следующем материале выпуска. Славянский район уже не раз принимал краевые и всероссийские соревнования. Хорошая материально-техническая база позволяет провести их на высоком организационном уровне. Для проведения краевого первенства по греко-римской борьбе был оборудован зал спорткомплекса «Лидер». Участников соревнований поприветствовал председатель районного совета Григорий Литовко. Я хотел бы от имени главы муниципального образования Славянский район, Романа Чистяковского, совета района, поприветствовать вас на открытии чемпионата по спортивной греко-римской борьбе. Я уверен, что мы сегодня увидим красивую техничную борьбу. Я хочу выразить вам, ребята, слова благодарности и глубокой признательности, что вы занимаетесь таким мужественным видом спорта. Это один из популярнейших видов спорта. Побороться за пьедестал почета в Славянский район приехали около 350 спортсменов из 19 муниципалитетов края. Судейство соревнований проходило по убывающей системе. Проигравший схватку сразу же выбывал с турнира. Чтобы одержать победу, борцам необходимо либо опередить соперника по очкам, либо провести несколько сложных приемов. Греко-римская борьба – это один из старейших видов спорта. Она входила в программу первых античных Олимпийских игр, которые прошли еще в 774 году до нашей эры. Надо отметить, что в этом виде спорта соревнуются исключительно мужчины. По итогам соревнований три воспитанника спортивной школы «Триумф» завоевали 3 медали. Первое место в весовой категории 92 килограмма завоевал Егор Коломоец. Третье место в весовой категории 38 килограммов – Узармика Абрамяна. И еще одна медаль у Виктора Ромашова. Спортсмен стал третьим в весовой категории 85 килограммов. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».